На 77-м году жизни скончался казахстанский государственный и политический деятель, экс-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Серик Карабатырович Алигужинов. Уроженец Павлодарской области, он окончил местный индустриальный институт по специальности инженер-механик и начал трудовую деятельность инженером автоколонны Павлодарского грузового автотреста, где проработал более 15 лет. В середине 80-х он возглавил Павлодарское областное управление бытового обслуживания и сделал его лучшим в Казахской ССР, получив почетное знамя. Уже в конце 80-х Серика Алигужинова назначают главой администрации Павлодара. Будучи председателем горосполкома, он внес весомый вклад в развитие города в части модернизации и компьютеризации транспортных коммуникаций, работы рынков и теплых боксов. Причем некоторые нововведения стали первыми в республике. Заслужившего высокую оценку работы в должности мэра города на пороге 90-х Серика Алигужинова назначают сначала заместителем министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, а затем и министром. После выхода на пенсию Серик Карабатырович возглавлял Республиканский союз автотранспортников, награжден орденами Курмет и Парасат за значительный вклад в политическое, социально-экономическое развитие страны. Был удостоен звания почетный гражданин города Павлодара за заслуги в социально-экономическом развитии города. Дарья Жумабекова, Ертыс Ақпарат.